На берегу Бенгальского залива в Канараке прошел 8-й международный фестиваль песчаных скульптур, крупнейший в Индии. Недолговечные, но грандиозные фигуры создают более 100 мастеров со всего мира. Сюда приехали скульпторы из 6 стран – США, Нидерландов, Испании, Шри-Ланки и Японии. Также здесь собрались примерно 10 мастеров из разных штатов Индии. Скульпторы посвятили свои творения морю, искусству и даже литературе. Местные мастера отразили на песке красоту индийских традиций. Автор лучшей скульптуры получит награду в 1500 долларов. Я впервые на фестивале песчаных скульптур, и работы меня очень впечатлили. Индийские мастера создали прекрасные творения, иностранцы тоже здорово постарались. Среди мастеров известные скульпторы, в том числе американец Дэн Даблдей. Здесь так прекрасно. Мне нравятся люди. Все прошло весело. Люди такие интересные, очень дружелюбные. Приятно среди них находиться. Фестиваль песчаных скульптур организовал комитет туризма штата Ориса. Он приурочен к другому крупному фестивалю, который посвящен индийским танцам. Оба мероприятия проходят ежегодно в декабре и привлекают тысячи туристов.